Встреча журналистов с Ларисой Лазутиной проходила в рамках проекта «Медиа-ланч», который позволяет в неформальной обстановке пообщаться с известными людьми. Хотя, конечно, Лариса Евгеньевна не только в Одинцовском районе, но и в Московской области в особых представлениях не нуждается. Тем не менее, многое из того, о чем она рассказывала гостям, было для них настоящим откровением. Например, то, как пятикратная олимпийская чемпионка переходила из большого спорта в большую политику. Я решила попробовать. Выиграв выборы, конечно, в первую очередь я поступила в Академию госслужбы. Было и сложно, потому что был маленький ребенок, нужно было ездить на работу, поэтому мне очень помогли друзья, которые мне нашли няню, нашу тоже даму из Одинцова. Ирина, конечно, она как вторая мама Дани, потому что она очень многому помогла. Лариса Лазутина ответила на множество вопросов, среди которых преобладали личные. И это понятно. Как герой России, депутата и олимпийскую чемпионку, одинцовские журналисты знают ее хорошо. А вот о семье, друзьях и увлечениях она рассказывает гораздо реже. Такие беседы лучше всего идут именно под чашечку чая. Лариса Евгеньевна считает, в жизни ей повезло и с тренерами, и вообще с учителями в самом широком смысле этого слова. И гордится тем, что за 12 лет депутатской работы избиратели в ней не разочаровались. Мою приемную до сих пор идут люди, мне доверяют. Вот я считаю, что это главное, не то что яркое, а, наверное, самое главное. Да, мне сложно, я хочу сразу сказать, мне порой хочется, может быть, сделать как-то по-иному, лучше, как-то ярче. После медиа-чаепития Лариса Лазутина пригласила гостей на легкую разминку, лишний раз доказав, что находится в прекрасной спортивной форме. Чего не скажешь, к сожалению, о представителях одинцовских средств массовой информации. Петр Горохов, телекомпания «Одинцова».